В Стокгольме объявлено имя лауреата Нобелевской премии по экономике. Награда присуждена англо-американскому ученому Энгусу Дитону. 8 миллионов крон, это чуть меньше миллиона долларов, он получит за анализ потребления, бедности и благосостояния. Дитон, которому через неделю исполнится 70 лет, специализируется на проблемах микроэкономики. В своих работах он изучает модели поведения потребителей с разной степенью достатка. Церемония награждения пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. О премии по экономике, кстати, в его завещании ничего не говорится. Награду в этой номинации в конце 60-х годов учредил Банк Швеции.